Мистер Черчилль, вы правда хотите завоевать Ливан? Кто знает эти народности? Их лидеров, связи, вражду. Кто знает про бедуинские племена? Женщина. Гертруда Белл. Кто она такая? Это ваша Гертруда Белл. Покровительница королей. Некоронованная королева пустыни. Бунтарка. Я приказал вам появиться? Мне никто не приказывает. Вы не посмеете поехать. Ошибаетесь. Любовница. От моих чар все законы исчезнут. Говорю окончательно. Нет. Почему? Я не дам согласия на этот инфантильный план. Я не могу не думать о тебе. Путешественница. За Британскую империю! За Британскую империю! Вы шпионка? Я никому не служу. Революционерка. Принц Файзал просит встречи. Мир меняется. Я пришла сказать, что еду в Джебель-Альдрус. Эту войну можно остановить? Нельзя начинать конфликт с турками из-за каких-то бедуинов. Хватает их междоусобиц. Так вот, эта ваша затея нам не на пользу. Вы играете с огнем. Вы не сможете меня остановить. Что вас так привлекает в этих бедуинах? Кое-что, что людям вашего мира не понять. Их свобода, их достоинство, их искусство жить. Николь Кидман. Джеймс Франко. Дэмиан Луис. И Роберт Паттинсон. Равных вам мир не знает. Я пойду за такой на край света. В фильме Вернера Херцога «Королева пустыни».